Я жестоко пропал на пару месяцев, да в принципе никто и не заметил этого, ведь не сделала ничего дельного. Обещание дала, что выпущу EP альбом, но походу я слишком много была боль ртом. Все оставляю на потом, пока паутина не накроет наверняка всю мою квартиру. Также нету второго клипа, слилась на батле, и вряд ли когда-то разберусь в этом беспорядке. Так что примите, ребятки, что в этой жизни я играю в прятки, бегу без оглядки, но не выхожу за рамки. Кое-как пытаюсь вылезти из пешек в дамки, ну сука, самки, фак вам, тараторят по уме. Ты лишь человек, состоящий из плоти, кожи до кости, прыщавый подросток, выбитый без зуба. Ну а что будет после? Мне чушь вещали и предупреждали, но вы услышали то, что не ожидали. Я также продолжаю класть на всех, кто против, шагая в фасах по головам, всем отруди. Мне чушь вещали и предупреждали, но вы услышали то, что не ожидали. Я также продолжаю класть на всех, кто против, шагая в фасах по головам, всем отруди. Ведь обычный прыщавый подросток у микрофона, который чешет языком и думает, что жизнь беспонтова. Я черная ворона среди белых рэперов, и как всегда жду смену ветров. Ведь пока черная полоса, а белая и не виднеется, все опять по кругу и нет конца. Я походу кукловода, но вы похожи на гонца, сосущий молодца. Извините, но у вас хуйня стекает изо рта. Ха, говорить отпиздить толпой, ну да. Говоришь, работаешь в команде, но это видно, что работаешь там с вазелином. Я как ребенок 50, порву за речитатив. Ты лишь хрень подзаборная, спишь же снова стих. Все опять пошло по кругу, да, но эпоха перевернулась, и я буду над собой работать. Мне чушь вещали и предупреждали, но вы услышали то, что не ожидали. Я также продолжаю класть на всех, кто против, шагая в фасах по головам, всем отруди. Мне чушь вещали и предупреждали, но вы услышали то, что не ожидали. Я также продолжаю класть на всех, кто против, шагая в фасах по головам, всем отруди.